разницы ехать. Привет, ребята, Гудаури, Грузия, Анатолий и как зовут еще раз? Инна. И Инна из Киева. Находимся на 3000 метров над уровнем моря. Планируем полететь на параплане. Вот для этого немножко разбежимся и полетим. Инна, ты готова? Да. Так, показывай, куда бежать. Вон, да, еще раз тебе говорю. Что, готова? Бежали. Вытягиваем эту штуку. Готовы ускориться? Ты сейчас ускоряемся. Давай, сейчас есть возможность. Давай, 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 давай. Тут все тело. Тело, тело. Молодец. Ты так махаешь камерой. Извини, я просто боялась. Боже, как стрёмно. Такое ощущение. Я боялся за камеру, что ты куда-то выкинешь. Я в нее так вцепилась, что... Круто. Боже, как красиво. Коленку левую, правую еще раз. Коленку. Да. Ага, все. Хорошо сидишь? Да, круто вообще. А я могу держаться за эту штуку, если ты хочешь. Ага, хорошо. Красота вообще. Я, походу, не так сильно боюсь высоты, как думала. Я тебе скажу так. На параплане летают даже люди, которые очень боятся высоты. И все хорошо. Раскрытие, ты не подходишь к обрыву, понимаешь? Подбегаем, но это, я бы сказал, не обрыв, а так мягенько, плавненько. Вот скорочки. О, круто. Сейчас мы с тобой в восходящем потоке поработаем, сейчас ты его почувствуешь. Угу. Реально стрёмно. О, о, боже, моя вестибулярка. Ага, вообще. Хороший. Зайдем в центр. Thank you.
немножко дольше полетаю, чем ребята. Потому что потоки хорошие, хочется. Хваток Азбеги, да? Да. Прям. Вперед, видишь, вот там горы, вот туда вперед, вот туда бы слетали, потом завернули. Это время занимает. Это каньон называется? Нет, нет. Сейчас лучше погода, чем каньон. Высоко. Что, ребят, поднялись высоко, первые термики начинаются, весна прилетела, нам незаметно. На крыльях параплана в Гудауре. Вон старт, наша площадочка. Мы тут стартовали, набрали где-то 3, ну если это 3, то мы 300 точно набрали, может немножко больше. Крутяк? Крутяк вообще. Еще и приземлились здесь. Вообще нормально. Очень круто. Я тебя отстегну. Ага. Ты вставай. Давай палочку. Отлично. Давай пятюньку мне. Спасибо, крутяк вообще.